Добрый день. Для того, чтобы оборвать облепиху, мы срезаем с дерева вот такие веточки секатором садовым. Потом приносим домой и с помощью либо вручную обрываем на блюдо, либо можно взять ножнички, вот такие маникюрные, и с их помощью вот так брать и срезать. Этот способ более лучший, так как он увеличивает срок хранения облепихи, так как если обрывать, то получается вот эта ниточка, как пуповина, которая от главной веточки идет, она, как бы сказать, открывает доступ воздуха в ягодку облепихи. Вот раз, вот, и вы видите уже сок. Вот. А если мы обрезаем аккуратно, то получается у нас полностью закупоренная ягодка, куда не попадает воздух, и мы можем хранить ее еще в холодильнике. Ну, то есть для транспортировки это лучше. И есть очень хорошие способы делать фанту с облепихой. Если вы любите сахар, то с сахаром. Лучше, конечно, с медом. Это более полезно, сохраняются больше витаминов. Рецепт такой: вы передавливаете облепиху, оборванную уже. Предварительно ее, конечно, нужно помыть, обсушить, ну и потом передавить и добавить две части меда и одну часть передавленной облепихи. Перемешать это. Залить в стерилизованные баночки, закрыть пластмассовыми крышечками и хранить в холодильнике. Хранится, ну, до 2 месяцев. Если с сахаром, то хранится очень долго, но там как бы нет тех витаминов, которые есть при хранении с медом. Ну и вообще такие вещи лучше есть сразу, а не хранить их долго. Приятного аппетита! Счастливо!